Еще раз так. Еще раз так бросай. Все, бросай. Бросай. Только руку сверху поставил, бедро ему делай. Что ты боишься? Бороться. 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 И через плечо, и удержание делай. Здесь, вот это что? Видишь? Две минуты. Нет. Две минуты. Еще одна минута. Стоп, ставим. У всех ничья. У всех ничья. Миф победа. Бабу? Тебя спрашивает кто-то что-то. Да. У всех ничья. Слушай, помолчи. Посмотри. Не сделай до конца бросок. Вот тебя сюда на 2 балла кинул. На вокзале бросил. За тебя все делай до конца. Итак, сейчас. Только в стойке боремся. Добровска. Болден скор называется. Помните? Когда оценки одинаковые, замечания, все одинаково, вы начинаете бороться. Голден скор, Добровска. Хочу! Можете не временно засекать лица. Добровска. Да, Борис, что ты хочешь? Стой, Кумар. Андрюша, стойку. Давай, да. Вот ты стой, достань пояс сверху. Пояс, держи пояс, ты бросай. Вот, подсечку изнутри. Подсечку изнутри. Стоп, стойку. Взял, взял. Не делай сюда, поведи назад, а потом в эту сторону. В одну сторону, потом в другую. Ну, ну, давай. Ну, так, стойку. Значит, надо чучело побросать. Все, ты был прикол сейчас. Бросок был бы, все, ты выиграл. Не вижу броска. Односторонний захват старайся не держать долго. Или делаешь, взял, бросай тогда через спину с колен. Ты в эту сторону отрабатывал бросок или нет? Если в эту, то бросай. Еще раз, дай, не падай. Что ты отпустил? Согни его, пусть коски не убери. Секунд. Все, стали поклонились. Стали, я не видел. Вы все отдыхаете. Но я не вижу, что ты разговариваешь. Давай, горись. Откуда ты видишь? Ну, давай, Даник, бросай уже, блин. А, тихо, курорка. Давай, давай, давай. Ну, на вот. Через грудь мне шагом, блин. Кто? Куда ж ты? За него. Сюда забей. Сюда, в эту сторону, по ходу движения. Почему даешь ему сверху захват? Давай, да, давай. Не давай сверху захват, Миша. Давай захват, руку ставь. Сразу надо было туда, стойку. Бороться, бороться. Не вижу борьбы, не вижу бросков. Да, есть оценка. Ставлю, правильно. И сели. Ну, давай, Макс, время идет.
Блин, броски надо делать. Даня, стоп. Стоп. 2 балла было. Или в азаре. Заправил. Дождался. Надо самому нападать, а ты ждешь. Ну давайте, ваша схватка одна осталась. Отлично залез, а руки не держит. Каталин, что это за неведение борьбы? Сюда. Давай, 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 давай. Бедрить, Макс. Куда руку выпрямил? Левую руку согнуть надо. Согни левую руку. Второе шидо, да, этот, Каталин. Низко стоишь, не борешься, это шидо. Че? Подойди. Даешь захват, Макс. Или с колен, или бедро. Левосторонний захват. Вот, 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 левый хорошо взял. Левый, правый, левый, правый. Переведи в партер, будет. Вот, переведи его в партер. Вот этот захват правой, левой рукой. Правый, левый, правый. Вот так, мотай его, мотай, мотай. Получит третья шина, и ты выиграл. А ты, стоп. Быстрее сюда. Хачиме. Вот этот захват правой левой рукой и на колени его. Собьешь на колени, все, получит шидо. Вот, мотай. Каталин, шидо за неведение борьбы. Так, ставь пошел вокруг, раз, заправили. Вот, сейчас видно, что вы боролись. Никто не балуется, ничего, сил нет. Правильно. Соправились мальчики и построились. Здравствуйте. Все, построились. Я очень хочу, сюда, Мишка, чуть-чуть. Очень хочу сказать, что, например, Артур, делай коронку. Не говорить прием сзади, делай коронку, коронный прием. Вот пришел на тренировку, и первым делом ты что? Размялся, все, все, и стоп, стоп, коронный прием. Та-та-та-та-пам-пам, первый номер, второй номер сделал, а дальше уже размялся, партии побороли, сам это, потом новый прием, потом стой. Ну, чтобы новое, чтобы свой прием ты и он сделали за 5 минут. Ты 100 бросков и он. Все. По-другому не бывает, ребят. Для того, чтобы в теннис хорошо играть, есть пушка специально. Стоит человек. Играет. Вот такие дети, вот такие маленькие. Я вот сейчас забыл, просто хотел сегодня вам показать, как делают крючком подбородки. Такие же дети, как вы. Вот как они. Вы уже постарше.
храм большой принес, только культ забыл. Принесу культ и покажу вам. Еще раз. Нет коронного броска? Ну сколько сделали? Я говорю, 10 туда, 10 сюда. Сколько 10 бросков? Это очень, это вообще ничего. Это когда человек начинает учить прием, он делает 8-10 бросков, тренер входит, поправляет ему. То есть как бы учите прием. А вы уже совершенствуете. Вот как он борется? Никак. Вот я не знаю, какой прием он делает. Макс тоже в тур, оба он бросает вправо, борется в левой стойке. Непонятно. У тебя нет броска. У Саши нет броска. Вот у Каталина я знаю, да. Он убегает, но зато он через грудь делает. Вот он делает через грудь. Все, у остальных я не могу сказать. Вот Каталина я могу сказать. Сделай короны. Да. Он делает через грудь, да, он защищается, но делает через грудь. А у остальных я просто не вижу, пацаны. А для этого надо. Вы сидите дома, у вас есть интернет, зайдите, посмотрите прием, попробуйте, посмотрите, как вы стоите. Вы понимаете, вот с такой стойки бросок сделать нельзя. А вам тогда интересно будет, вы начнете делать прием, например, ну через спину с колен. Будете делать его, вы начнете качать руки. Потому что, чтобы сделать через спину с колен, нужно подтянуть, пресс нужно хороший, коленки нужно, вы начнете качать. Все, мальчики, колени, до завтра. Вам будет интересно тренироваться тогда. Да. Сейчас есть? Можно.